Всем привет! Продолжаем проходить директор Кат Death Stranding от великого гения. Ну все, дорогу построил конкретно. Все, дорогу теперь у меня на максимум построил, на все 100%. Может где-то еще какие-то дороги есть, но я пока не знаю о них. Ой, орёт что-то, да? Орёт? Да не нужен. Ладно, я пойду сделаю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, соответственно. Что у нас? Сегодня будем как горным козлом сегодня будем. У нас сегодня три задания. Подключение хиральной сети. Вот именно в самой горе. Что-то я не туда зашел, пока пиздел. Изготовить снаряжение. Так, ну что, берем гранату, блядь. Где она тут? Травматическая штурмовка. Я думаю, возьму такие два. Бомба и глушилка, граната. А чем отличается обычная граната от этой? Вот это я понимаю. Это против тварей. А вот это... Ну, убивать здесь, соответственно, нельзя никого. Я стараюсь никого не убивать. Так. Грузобанка получается. А, пакет с кровью. Вот еще. Хилки. Ага. А, заказ взял, заказ. Кстати, до сих пор не могу, я не помню, как грузовик открыть. Я уже здесь вот ездил, уже на грузовике все это время. Вот не помню и все. И все, и пиздец. Давай сейчас к доктору съездим. Не помню, все. Ладно, с гоночной тачкой. С гоночной тачкой вообще сейчас непонятно, что, как ее открыть. Я просмотрел гайды и все такое. Не знаю, как вообще, как тачку эту, ну, гоночную открыть. И подробно я нашел, где этот гоночный. Он находится вот здесь. Вот тут прям вот. Где-то вот тут. Ну, где-то здесь вот. Где вот эта сторожевая вышка, ну, где-то здесь стоит. Вот. Он у меня закрыт. Я еще письмо ешь не получал. Так. О, мужики тут. Ага, все, зашел. Тут у нас тварь. Где-то шароебится наверху. Но я ее убивал в том году, 2 года назад. Поэтому там никак не получилось, потому что я сейчас без ББ. По-тихому. Да и, в принципе, какой-то нахрен стелс, блядь. Не знаю, мне здесь нравится. Да, пока вот на байке катаюсь, блядь. А он, ну, честно, где-то здесь. Нет, я не помню, что здесь была дорога. Это генератор, да? Как? Хуя ехать, блядь. Извините. Так, снег как и нож значительно ускоряет течение времени, реально все касается. Любой контакт с таким снегом будет, к сожалению, больше сопротивления. Ну, само собой. А вот и тварь. Кстати, сохранись, если что, убьем его. На всякий случай. А, противник, нахуй, я понял. Ерда.
excuse me. На всякий пожар. Ух, сука! Вон туда, направо. Здесь я помню, как-то вот два года назад у меня есть даже архив этого видео. Ну, архив этой игры, как я играю. Там я уже стримил. Нет, там я уже стримил конкретно. Сейчас у меня не получается стримить, пока еще. Видеокарты проблемы. Поэтому когда ты записываешь, нагрузка на карту идет меньше. А когда уже идет полноценный стрим, ну как включаешь стрим, то там нагрузка уже, считаю, в полтора раза повышается, и износ чипа, хуипа, блять. Вот. Я когда первый раз только начал стримить, первый раз, когда начинал стримить, PUBG, Mafia, вот эти. Здрасте. Я играл на процессоре, стримил, блядь. Ну, со временем, потом я прекратил, потом мне там, блин, нет возможности было. Вот. Чопа, хуёпа там, блядь. Не стримил было. Процессор вездеход. Процессор начинал мозги ебать, короче. Причём конкретно, блядь. То есть я видел просадки FPS, блядь. Раз. Я реально жесткий процессор. Ну, с этим процессором я года два еще пробучился, блядь. И купил новый процессор. Ну и, соответственно, потом как узнал, что OBS студия добавила функцию NVIDIA, я на карту перешел. Ну, это то же самое, как на процессоре, только чуть-чуть получше качество, там, хуячество, блядь. Ну, вот где-то полтора года я тоже простримил на карте, блядь. У меня появились первые артефакты, блядь, там. То есть я запускаю компьютер. Хуякс у меня полоски, блядь, нахуй, на весь монитор, блядь. Я говорю, ёпа, ну, что происходит? Я давай, блядь, выключать все такое. Ну, что-то надо делать же всё-таки. Я, короче, выключил. Испытание, ну, полностью выключил. Подождал минут 5 примерно, где-то, ну, что-то меньше. Включаю. Факты пропали, нахуй. Я такой понял, что, ну, стримить на... Стримить лучше нахуй, короче. Купил я потом 3070. 123 тысячи. Блять, прям его, блин. Он промазал. Сам отвечает. Ну, по FPS, конечно, не было таких этих жестких просадок. Но, блять, появились артефакты там. 70 тоже. Ой, блядь, приехали. Я так сделал. Ну, да? Главное, что все это есть. Скоро увидимся. Думаю, что Сэм, мы тебя поняли. Мы тебя поняли. О, это, ну нахуй, короче. Давай лучше записывать. Просто, ну, нагрузку меньше сделал. Короче, надо дать 70, то же самое. Ну, люди как с браком продали, блядь. Покупаешь карты, блядь, нахуй, за такую большую сумму денег, блядь.
Она еще с браком меня нахуй. Так это я еще успел купить, парни. Сейчас пойди попробуй купить нахуй. Нет наличия, нет наличия, нет наличия, нет наличия. 129, 140, блядь. Добро пожаловать. За 8 киковку, блядь. 120, 140 тысяч предлагают. Я понимаю, если бы... Это... Там 12 гигабайт оператив... ГДР, 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 блядь, там, правильно там. Это же активный контур, созданный робототехником для тебя. Сильно пригодится на горных перевалах. Да и вообще на любой паршивой дороге. Ага. Я особо и не пользовался. И короче, ну его нахуй, я так понимаю. Жертвовать нахуй. Так у меня, видите, блядь... Ближайший магазин в Мурманске, блядь. Это за 200 километров нахуй. Вы понимаете, к чему я клоню. То есть мне нерентабельно нахуй каждый раз покупать видюхи, блядь, чтобы, блядь, стримить, блядь. Поэтому я решил пойти по другому тактике, ну хотя бы какую-то поддержку для канала своего делать. Вот. Не бабай в рот покупать за 120 карт, нахуй, блядь. 2070 я покупал за 45 тысяч, нахуй. Супер, супер, супер его купил. Вот. А 370 гигабайт тоже, блядь, уже за 129 тысяч. В разы, блядь, за 7. Да, в разы поднялось, нахуй. А, я так не знаю, нет. Поэтому... Ну он нахуй, блядь. Лучше играть на ультрах в 4К. И не жертвовать особо FPS-ом, производительностью. Еще должен это мутило, короче, должен быть. А его здесь нет. Из Horizon Zero Dawn, блядь. Какая помойка, блядь, из Миграма. Дисбалансная, блядь. Я пожалел, что я купил эту парашу за 2700, блядь. Здравствуйте, парни. Ой, и женщина. Здравствуйте. Здравствуйте. Тебя кое-что. Ты поможешь мне вступить в USA? Если при этом больше людей смогут получить столь необходимую медицинскую помощь, значит, дело того стоит. Конечно, с тем вопросом. Что за вопрос? Что за негатив, а? Дружище, что за негатив? То я позову своего друга Валеру, и мы будем разговаривать, что на древовышных тонах. Урод не в ноги, как там говорил великий Павлик, наркоман. Да, они уже скатились, нахуй. Поначалу угарно было, нахуй. Свой первый сезон, первый сезон.
Чё? Цельград потребовал возбудить уголовное дело по имени Филиппка? А, то, что он на кресте потанцевал. Хуйню маются, блядь. О, фляг на второго ранга. Спасибо. Как много болтовни. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Да ёпта. Еще какие-то квесты есть. Спасательный отряд. Курьер получишь там в горах. Давай, сперва это по порядку прям. Потом курьера спасать. О, смотри, это что, дорога тут есть? Точно, блядь? В натуре, блядь, я и не знал. Там тоже эти твари. Да, там есть. Я не помню, как я... Ну, я фатился, я точно помню, что фатился. Ой, поставлю. Скажем, тащит его, ты способ потратить. Сука. Я так заметил, эта утварь более часто стала попадаться. Чего? Сахище. Ну, смотри, балл попадается еще. Можно получить.
ёпта. Это уже какой третий по счету попадается. Да? Я влезу все в камушек. Здесь ставим немножко безопаснее. Сейчас вот так вот обеду и все. Дорога-то есть. Туда предохранитель ставить. Даже ты вообще не взял. Покидаешь данную территорию. Тут там посол. Ну там взялся. Укладчик это, блядь. Ебаный, блядь. Че? Скажет, ей уже лучше, да? Или ему? Она говорит, что ей уже лучше. Серьезно, что ли? Вот. Я откуда я это мог знать, блядь? Откуда, блядь? Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше. Ну, так, а это что у нас? Клиент просит выполнить заказ как можно скорее. Хорошо. То есть твоя оценка будет зависеть от скор. Тщать таймер не за... Так что...
лимит времени на этот заказ. Ты можешь доставить груз и после истечения времени, но я хочу, чтобы ты кровь из носу принес его в срок. Я знаю, что мы завалили тебя делами, но твой ББ может и подождать. Кроме того, усиление хиральной сети ускорит его выздоровление. А, придение, ёпанку. Вот сюда, вот так. Я понял, куда ехать. Лучше не шифти. Потому что. На заявке не хватит. Реальной сети можно починить. Сейчас спустимся. Я же серьезно. Ой, блядь. Что сказал, заебись. Недооценил. Я так быстро. Я только съехал. Наверх, блядь. Хуя вот это, блядь. Респаун, блядь. Блядь, дальше я ему подставляю. Это... Гараж. Ну, какой есть, блядь, у вас? Где что-то
Сына убей, сука. Сэм, загляни в терминал доставки. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, сэр Портер Бриджес. Да. Вот и тот горный житель связался со мной. Прописанное мной лекарство не помогает. Действуем быстро. Я надеялся, что антибиотики снимут симптомы. Но, похоже, мы опоздали. Инфекция на таком сроке беременности может привести к разным... Да? Ну, вот и... Удаленный медицинский тел. А труп, да? Труп получился. Ugh.
То есть их убивай, не убивай, они все равно появятся. Вот. Я сейчас тебе скажу, вроде ты их убил, они больше не будут сейчас. Я сейчас не смогу. Все зависит от оригинала. Вот, сделано так, и так, не надо. Я сам раз. Нашел сука, где поспать нахуй. Вот поближе. О, заебись нахуй. О. Что там по времени нахуй? Ну, можно заканчивать. Реальной сети на сегодня хватит пока. Еще вот эти, наверное, еще вот эти два. Ботинки ближе 63, силовые перчатки. А это не помню, для чего они. О, здорово, доктор. Доставка. Фотограф. А, вот это я знаю. Да-да. Тут же еще твари. Ну, в принципе, я сам сейчас позже могу поиграть. Контент я сделал. Для чего сегодня перчатки уже? Да, рассказывай. О, эти силовые перчатки тебе понравятся. Они значительно повышают силу рук и захвата. Как это понять? Если лезешь по веревке на вершину скалы, сможешь забраться гораздо быстрее. И заметишь разницу, поднимая тяжелый груз. И это не все. Ты когда-нибудь падал с крутого склона? Наверное, пытался замедлить падение руками, да? Ну вот, с этими штуками ты сможешь остановиться куда быстрее. Ага. Только обещай, что не будешь ими никого бить. Они не для этого.